В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева были убиты российский император Николай Александрович Романов, его супруга, пятеро детей и слуги. Всего 11 человек. Вознесенская горка, у подножия которой было совершено цареубийство, вскоре была переименована в Площадь народной мести. Новая советская власть хотела, чтобы именно так граждане воспринимали учиненную ей жестокую расправу как народную месть самодержцу. Самые первые минуты после совершения неправосудной казни ее исполнители были озабочены уничтожением улик своего преступления. Никто и никогда не должен был узнать о судьбе останков венценосной семьи. Последующие 70 с лишним лет власть прилагала все усилия, чтобы вытравить из людей всякое сочувствие к убитым и лишить народ даже самой возможности покаяния содеянного. Но стоило этой власти пошатнуться, как этот вопрос оказался одним из первых предъявленных ей обвинений. Меня зовут Евгений Минулин. Я представляю вам серию программ, посвященных убийству последнего российского императора Николая Александровича Романова, его семьи и верных слуг. И даже не столько убийству, в нем палачи признались уже на третий день в газете «Правда», сколько сокрытию ими останков жертв этой расправы. Многие годы, опираясь на выводы белогвардейского следствия, мир считал, что организаторам цареубийства удалось огнем и серной кислотой полностью уничтожить тела казненных на руднике Ганина яма под Екатеринбургом. Однако рассекреченные уже в наши дни документы заставили усомниться в законченности выводов того самого первого следствия. В своих воспоминаниях убийцы признавались, что не справились с задачей полного уничтожения останков и указали иное место их захоронения. Захоронение это было найдено. Проведенные впоследствии официальное расследование, даже не одно, убеждают, да, это они, останки мучеников и царственных страстотерпцев. Но далеко не все готовы согласиться с этим утверждением, полагая, что захоронение в Поросенковом лагу – ложная улика, созданная преступниками, чтобы скрыть правду. А то и вовсе могила наверняка безвинных, но не имевших отношения к Ипатьевской расправе, жертв тех кровавых лет. Убежденность в этом оппоненты официального следствия подкрепляют историческими фактами и самостоятельными расследованиями. Нашей задачей было выслушать эти аргументы и адресовать их экспертам, принимавшим участие в официальном следствии. Возможно, это приблизит нас к установлению истины. У оппонентов официального следствия упоминание о Поросенковом логе и найденных там человеческих останках рождает массу вопросов, на которые, как они утверждают, до сих пор не даны ответы. Почему палачам вообще понадобилось перевозить тела убитых из Ганиной ямы куда бы то ни было? Почему белогвардейскому следствию не удалось найти могилу, хотя следователь Соколов был в Поросенковом лагу и даже фотографировал мостики шпал, под которым лежали тела? Почему часть участников уничтожения царской семьи и их слуг утверждали, что тела бросили в болото, а сейчас на этом месте сухая лесная поляна? Если останки лежали в болоте, то должны были подвергнуться так называемому торфяному дублению, значительно усложняющему генетические экспертизы. Но такие экспертизы были проведены, и не одна, не 10, а сотни. Это тайна Поросенкового лога. Когда она будет раскрыта, кто его знает? Андрей Анатольевич Мановцев. Кандидат физико-математических наук, публицист, независимый исследователь по теме екатеринбургских останков. Потом, как производилось вскрытие в 1991 году летом? При ужасной погоде... Срочно, с нарушением множества процедурных моментов. Ну, а почему, собственно? Вот. То есть, и тут возникает исходная, в генетических исследованиях есть такое понятие законного следования, законного обнаружения, законного извлечения проб, законного следования после извлечения в одну лабораторию, в другую, так сказать. Вот все должно быть фиксировано официально, так? А у нас все это было абсолютно закрыто.
самого начала все генетически были абсолютно закрыты. Более того, следствие никак, важнейший момент, следствие никак не обращало внимания и никак не прокомментировало то, что мягкие ткани были до июня 93 года, а следствие началось в августе. А в августе они исчезли. Куда они исчезли и почему они исчезли? Но не все же исчезли. Как? Мягкие ткани... Ну, у Боткина нашли в мягких тканях, извините, пулю или даже две. Еще у кого-то, у одной из княжон, мягкие ткани. Ну, я вам скажу, какие исчезли. Есть документ, вот такой, протокол повторного осмотра останков. Значит, прямо вот через три дня после обретения. Там по числам так получается. Вот. И там написано... Мягкие ткани со скелета номер один со следами торфяного дубления. Мягкие ткани со скелета номер такого-то со следами торфяного дубления. И так далее. А в выводах комиссии нашей церковной, так сказать, да, говорится, что о торфяном дублении и речи быть не может, никакого не было. Что касается вот этих мягких тканей, которые якобы находились в состоянии торфяного дубления. Вячеслав Леонидович Попов, криминалист и судебный медик, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой судебной медицины и правоведения Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Никаких признаков торфяного дубления на останках, которые мы исследовали, 1-9, не было. Что такое торфяное дубление? Торфяное дубление – это такое состояние, когда кости становятся, если так можно назвать, гуттаперчевыми. Они легко гнутся, эти кости. Они теряют свою хрупкость в результате воздействия гумусных кислот. То, что мы видели своими глазами, мы видели мягкие ткани, только на останках номер два, на останках доктора Боткина. Это были мягкие ткани, которые находились в состоянии жировоска. Вот, что говорит о том, что они, находились, ну, во всяком случае, находились без достаточного, скажем так, проветривания того места, где они были. Вот. Ну и что там была какая-то влажная среда. Вот о чем говорит наличие жировоска. Я знаю о том, что, о чем вот вы спросили, что на останках, по-моему, номер 5, если я не ошибаюсь, действительно были какие-то мягкие ткани. Были мягкие ткани, которые потом до нас не дошли. Тогда еще, в 91-92 году, когда мы вот непосредственно занимались этими останками, я не видел там мягких тканей. Что касается тканей на останках номер 2, то они, я сказал, какого они были состояния, они были в состоянии жировоска. Есть такое посмертное состояние мягких тканей, которое называется жировоска. Болотистая среда и гумусные кислоты к захоронению не имеют никакого отношения. Почему? Потому что оно произошло в дороге. Что такое дорога? Дорога – это утрамбованное место, по которому все время ездят. На телегах, там, на машинах, я не знаю, на чем-то все время ездят и передвигаются, и трамбуют это место. Это, ну, своеобразная гать такая, по которой можно передвигаться и не проваливаться в это самое болото. Это там вообще не должно быть, раз это в дороге все захоронено. Значит, там никакого болота и не может быть. После расстрела царской семьи тела были вывезены в район Ганиной ямы. Это Четырехбратский рудник. Уральцы знают, а многие не знают об этом. Это целая такая система железорудных шахт. Одни глубже, одни мельче. Шурфы и открытым способом добывали там руду. Владимир Николаевич Соловьев. Старший следователь по особо важным делам Следственного комитета России. Следователь по уголовному делу об убийстве царской семьи в 1991-2015 годах. Эти шахты перестали к началу 20 века эксплуатироваться.
И, как водится, если из шахты не выкачивают воду, она заполняется, это колодец, собственно, подпочвенные воды поднимаются. Вот люди, которые расстреляли царскую семью, Юровский, Ермаков, местные жители, другие, выбрали это место для сокрытия трупов. Почему? Потому что шахты брошенные, скот там не пасли. Ну, боялись, скотина упадет в эту шахту. Грибов и ягод вокруг в лесах хватало. Поэтому место такое, оно никак не эксплуатировалось, и никого там практически никогда не было. Когда привезли трупы, их разделили, обнаружили большое количество драгоценностей, как Яровский говорит, около полупуда драгоценностей. Там были специальные лифы на царевнах, у царицы находились под одеждой драгоценности. Сняли эти драгоценности, разрезали эту всю одежду, пропитанную кровью. Бронзулеткой, как говорится, взяли, а там же на месте сжигали одежду, обувь, предметы быта, все, что было при царской семье, все сжигали там на кострах. Вот поэтому в кострах в районе Ганиной ямы обнаружено столько много всяких артефактов, связанных с царской семьей. Тела бросили, привязали груз и бросили в шахту номер 7, открытую шахту. В Ганину яму никто ничего не бросал. Ганина яма – это пруд, куда выкачивали воду из шахт. Угу. Бросили, а трупы не тонут. И видят под водой, есть такие воспоминания, лежат как живые. И что с ними делать? Оказалось, там лед, достаточно толстый лед. Бросили несколько гранат, чтобы взорвать лед, и трупы утонули. Гранаты взорвались, а трупы остались на месте. И вот эти постоянные там передвижения дружины Ермакова, вся эта анархическая такая группа, которая завтра расскажет обо всем. Юровский собирает драгоценности, едет в Екатеринбург и говорит в местном совете, говорит, что делать. Секрет не может быть соблюден. Место придут красные, они тут же их обнаружат. Белый. Ему советуют, говорят, ты езжай вот на 20-м километре Московского тракта, есть глубокие 90-метровые, 80-90-метровые шахты, вот туда бросить по одному там по два, может быть, часть трупов сжечь, обезобразить. Он туда поехал, посмотрел, шахты подходили, вернулся, приказал достать трупы. И трупы в ночь со 17 на 19 июля повезли вот на этот 20-й километр Московского тракта. Давайте, пока не отошли от этих шахт, в рамках уголовного дела эти шахты проверялись? На самом деле они есть на Московском тракте? Вы знаете, мы не проверяли. Про эти шахты на Московском тракте расскажите. Существуют они, не существуют? Выдумка это или что? Вот я не могу сказать, что это выдумка, но склонна подозревать, что это как бы выдумка. Светлана Николаевна Верховская. Математик, геофизик, в прошлом руководитель отдела вычислительного центра Уральского геологического управления. С 1989 года участница исследования святых мест, связанных с жизнью, подвигом и посмертной участью царственных страстотерпцев. Это сочинялось явно с кем-то, кто не знал местности Екатеринбурга. В самой записке там говорится то Московский тракт, Старомосковский, то Сибирский тракт. Ну, это же не описка, это разные вещи. Вот я прочитала этот трехтомник. Там каких только фотографий и карт нету. Но карта, на которой были обозначены вот эти вот шахты, а это важный все-таки момент, такого нет. Я стала искать сама в интернете. Ну, у меня есть знакомые геологи, еще, слава богу, кто-то есть там, мне помогали. И никто мы нигде, ни в каких архивах, ни карт, ни монографии. А Московский, Старомосковский тракт очень подробно описан. Там было очень много шах, закопушек, там все и упоминания о шахтах на 9-й версте мною не было найдено.
Ну, как говорят, если ты был в лесу и не встретил зайца, это не значит, что его нет. Так что здесь я тоже не уверяю, что вот я не нашла, их не было. Возможно, они были, но никто ни в этом трехтомнике, ни в каких других статьях вообще они доехали до все до поросенкового лога вместе якобы и застряли там. А ведь надо проследить весь путь, который обосновывает, почему именно они оказались в поросенковом лагу. Собственно, нас интересовал сам факт, что туда перевозили, это подтверждается многими, что угу. было передвижение. Потому что они не доехали и не могли доехать, а не доехали по какой причине? Ну, все-таки на Урале достаточно сыро. Дороги, грунтовые дороги не всегда хорошие, грузовик там по дороге несколько раз застрял. Юровский выехал через полосу оцепления, и через некоторое время, там на расстоянии 400 метров, грузовик этот застрял, когда переезжал небольшой ручеек. Ну, такое мокрое место, Поросенков лог, он и назывался так, Поросенков лог, не только сейчас, и до революции. Это просто сырой луг. Вот сейчас пытаются сказать, что это болото, причем не просто болото, а торфяное болото, где какое-то дубление. Никакого там торфяного дубления и близко быть не могло. Почему? Хотя бы. Потому что это пруд образовался искусственно. В 870-х годах проводили железную дорогу, перегородили сток этого ручейка, и вот образовался там такое озерцо, пруд. А для того, чтобы появился торф, это нужны тысячелетия, иногда десятки тысячелетий. Обычные лесные почвы. Речь идет о чем? Что ночи летом короткие, а для того, чтобы проехать на Московский тракт, нужно было ехать через Верхесецк. Это достаточно большой такой поселок. И, конечно, они бы засветились, рано идут на покос в это время, просыпались рано. И все бы видели, куда пошел этот автомобиль, и потом можно было отследить его маршрут. Яровский принимает решение захоронить здесь же, где застрял грузовик. Тем более, уже там колея какая-то появилась от этих колес, подрыли немного. Я неоднократно задавал вопрос следствию по поводу, не только я, кстати говоря, было ли болото в Поросенковом лагу. 20, много раз. Они наконец подтвердили, что там болота не было. Петр Валентинович Мультатули. Историк и публицист, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры. Член Императорского православного палестинского общества, биограф Николая II. Почему это важно? Там важно для них, потому что для следствия, потому что это тогда речь идет о так называемом торфяном дублении, но это не важно сейчас. Но если мы берем воспоминания убийц и так называемой похоронной команды, то вот их конкретное воспоминание. Сейчас не беру, недоточно, конечно, не могу, но суть говорю так, как она есть. Тела бросили в гать. Чавкнула болотная жижа. Значит, тела затянула трясина. Подождите. Либо врут они, и тогда их показания вообще не имеют никакого значения, их воспоминания. Либо они не врут, и это было другое место, а не Поросенков лог. Это говорят те, кто уничтожал тела. Они говорят, что их, значит, вот там, где они захоронили тела, там было большое глубокое болото. Это говорит практически все, кто участвовал в захоронении в Поросенковом лагу. Это главное свидетельство, которое комиссия, значит, следствие делает главными их показания, главной основой. Ну, подождите, тот же Соколов спустя год проезжал, фотографировал, проходил это место, фотографировал, и никакого болота там не было. Нет, уже сам лог, хорошо, если там, во-первых, он говорит там о болотистой местности, но дело даже не в этом.
Дело в том, что я вполне допускаю, что там было болото, или там его не было. Ну, просто это идет в полное, как бы сказать, противоречие с тем, что говорят те, которые эти тела уничтожали. Урал – это сплошь камень. Они вырыли яму, и получилось, что с одной стороны это 40 сантиметров от поверхности, а с другой стороны это 1 метр 30 сантиметров. То есть такая вот покатая яма. Когда говорят, там сколько-то кубических саженей земли должно быть вырыто, никаких там этих кубических саженей. Ну вот кажется, мы такие объемные люди, да? Угу. А каждый из нас, если мы поместим в какой-нибудь сосуд, вот мы весим примерно, удельный вес человека примерно такой же, как у воды. Вдохнул, выплываешь, выдохнул, тонешь, да? То получается, что человек весом 100 килограммов, он занимает объем 1/10 кубического метра. Для того, чтобы похоронить 10 трупов, ну а там 9 трупов, нужен всего-навсего 1 кубометр земли. Почва там такая жидкая. Почему вот на могиле всегда бывает холм? Потому что воздух, потом могила оседает. Здесь осело сразу. Они бросили там какие-то гнилые шпалы, набросали всякой дряни, заездили это место. И внешне, если и поднялась почва на 5-10 сантиметров, этого никто не заметил на такой значительной площади. Одновременно сожгли 2 трупа. Мы специально выкапывали могилу для 9 тел по размерам, которые вот у нас есть. Из следствия мы, из материала следствия мы брали. Вот. И потом клали 9 мешков, ну, мешков по объему тел. Там где-то больше, не 9, там 20 мешков клали с песком. И закапывали. Василий Вадимович Бойко-Великий. Историк, автор ряда монографий и статей о царствовании императора Николая II, президент Русского просветительного фонда имени святителя Василия Великого. И главный вопрос, кстати, критиков следствия современного, говорил так, что останется холм, и поэтому его холм нельзя не заметить. Нет, оказывается, холм не остается. То есть если потом положить бревнышки, прокатать там машину или трактором, можно все выровнять. Но чего нельзя сделать? Нельзя сделать значит, суглинок, там была почва суглинистая, желтая. И в поросенку лагу она такая. То есть мы проводили бурение, там желтая почва. И вот когда это желтое вынимается, оно вот таким кругом колоссальным остается. Из зеленой травы, если там была зеленая трава, или с черного грунта. Вот этот желтый суглинок не сгрести. То есть следы очевидные. А известно, что лобухины, железнодорожники, которые жили рядом, там, в 200 метрах, они ходили на следующее утро, вынимали свои бревнышки из этого мостика, из-под шпал. Вот. И они бы не могли не заметить, что там рылась яма, и они понимали, что там, ну, что может быть. Потом тут же, в августе 18 года, поручик Шереметьевский проходил этой дорогой, проходил этой дорогой, искал могилу царскую. И он не мог не заметить этого. Уже там следующий год Николай Соколов обходил, и не только Николай Соколов, там были агенты Алексеев. То есть следствие Николая Соколова – это не один Николай Соколов, это сотни оперативных работников, профессиональных, которые искали могилу. Если они ее не нашли, ее там не было, потому что не заметить ее было невозможно. Соколов допросил Шереметьевского, и Шереметьевский сказал, что в период с 17 по 19 июля происходили какие-то здесь интересные движения красноармейцев. Людмила Анатольевна Лыкова, эксперт Следственного комитета России, доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории. И этого мостика-то не было, а вот он появился после 19 числа. Ну, это 9 июля. Это офицер Шереметьевский. А 10 июля 19 года Соколов вернулся с Коптяков-то. Пошел. Тут-то он бегом пробежал, когда вперед-то бежал. Зафиксировал переезд, будку этих сторожей, мостик этот и вперед.
отметил эту времянку, по которой как бы основное движение было. Его просто вот туда, бегом туда. А офицеры-то еще с Наметкиным в 18 году не пошли вот по этому пути, который сделал в 19 году Соколов и его руководители. Они-то поехали по железной дороге до станции Исеть. На Исети вышли, сели на лодочку, переплыли, в деревню Коптяки прибыли. Они не шли по этой дороге. А если бы они пошли по этой дороге, может быть, что-то было еще и в 18 году открыто. Ну, хорошо. Наш получается, Соколов... до Соколова ни Наметкин, ни Сергеев этой дорогой и несли. Они не могли там оказаться. Нет. В Поросенковом лагу. Нет, они не видели его. Они его не зафиксировали. И вот он пришел 10 июля в эту будку. Допрашивает отца, допрашивает сына. Мать, жена, уже ее не было на белом свете. И что они ему рассказывают? Они ему рассказывают про ночь с 18 июля на 19. Грузовик подъехал, телеги подъехали, лошади ржали в этой яме. Но самое удивительное и интересное для нас – это то, что оба Лабухиных говорят Соколову о том, что вот у нас в ограде тёс был, так они его подергали, эти красноармейцы. А вот тут гнилые шпалы лежали, так они и шпалы наши потаскали. Это было 10 июля. 10 же июля в конце дня Соколов получает предписание Дитерикса срочно закончить все эти дела на Ганиной яме и здесь, на переезде. И 11-го уже выбыть из города Екатеринбурга со всеми вещественными доказательствами и с томами наработанного предварительного следствия. Все. Он уехал из Екатеринбурга. Что называется, на самом интересном месте прервали. Ой, это знаете, но я даже... Это трудно сегодня об этом говорить и давать оценку, это не главное. Главное, сохранилось письмо. Письмо Соколова Дитерихсу. Оно датировано 22-м годом. И Соколов пишет, что надеется, что ситуация с властью в России изменится. И тогда он получит возможность уехать туда, в Сибирь. Ну, как бы отдельно Урал не выделяется, потому что вся эта территория была была Сибирью. То есть его душа рвалась туда, потому что он чувствовал, знал, что он не закончил дело. Он хотел туда поехать. И он писал о том, что ему там нужно быть и нужно еще работать.